Коржик, рад приветствовать тебя в студии Большого театра монстров. О! Это моя библиотека, где ты можешь выбрать различные способы игры. История называется «Три отважных кризитера». В ней чего только нет. Приключения, загадки и даже парочка кенгуру напоследок. Ха-ха! Все, больше ни слова. Я не хочу портить историю своими рассказами. Лучше ты сам ее прочитаешь. Чтобы просто почитать историю, щелкни здесь. Чтобы одновременно читать и играть, щелкни здесь. Щелкни по книге, чтобы попасть на любимую страницу. Теперь выбери, в какую игру ты хочешь сыграть. Что? История называется «Три отважных кризитера». Хорошая история! О, нет! Однажды дождливым промозглым днем Оскар, король Грязляндии, сидел и печально думал о своей пропаже. Пропала любимая королевская свинья Его Величества. Вечером должен был состояться великий бал Грязнуль, но исчезновение свиньи срывало все планы. Кризитеры, мой любимый музыкант, свинья пропала! Мы не можем начать великий бал Грязнуль без королевской свиньи. Зачем нам королевская свинья, мой пушистый зеленый король? Мы сами сможем тебя развлечь. О, я люблю треугольники, колпачки и кусочки пиццы, пирамиды и клюв у птицы. О, я Нет, люблю... только не это. Вы испортили всю мою песню. О, я люблю читать буквы, слова, предложения. Легки и приятны для чтения. О, я люблю... Что? Я люблю животных, слонов, бегемотов, тигрят. Так много чудесных зверят. О, я люблю... Если вы сейчас же не перестанете петь, вы будете грязно уволены. Минуточку. Грязитеры, что вы тут себе позволяете? Вон отсюда! Однажды... О, ты уже вернулся! Надеюсь, тебе понравилась моя история. Хорошо бы, если бы в ней было побольше печень. Но это мое личное мнение. Если... Теперь выбери, в какую игру ты хочешь сыграть. История называется «Три отважных кризитера». Хорошая история! О, нет! Однажды... Кризитеры, мой любимый музыкант, свинья пропала! Мы не можем начать великий бал Идите, наконец, на поиски свиньи! Может, тогда они замолчат. Нет, Оскар, только нет!
Трем отважным грезитерам предстояло найти и вернуть королевскую свинью. Перед тем, как отправиться в путь, они взяли у короля Оскара вещи из королевского хлама, которые могли пригодиться в дороге. Чего же вы ждете? Проваливайте! Но, король Оскар, здесь же написано, что ты должен дать нам вещи из твоего королевского хлама. Я, кажется, не сказал, что просто так отдам свой королевский хлам. Вам придется найти три предмета по одному на каждого грезитера. Вот первая подсказка. Слушай внимательно. Найди предмет, у которого есть ручка. Молодец! Ты нашел мой колокольчик? У этого предмета есть ручка. А вот и ваш королевский хлам. О, это грабли из моего вонючего капустного огорода. Держи, телек. Спасибо тебе, король Оскар. Наверное. Неплохо поработал. Но еще нужно найти два предмета. Найди полосатый предмет. Королевская ящерица. Полоски, верно? Этот предмет полосатый. А сейчас вы получите кое-что из хлама. Это мой старый насос. Гровер, теперь он твой. Спасибо, спасибо, спасибо. И что мне с этим делать? Найдешь этот предмет и наконец-то выберешься из моего вонючего подвала. Найди предмет, который издает музыку. Гитара! А сейчас вы получите кое-что из хлама. Это... Ах да! Моя надувная уточка! Зоя, она твоя! А, спасибо тебе, король Оскар! Надеюсь, это мне поможет, пока не знаю как. Теперь у вас есть весь необходимый хлам. Идите же и найдите свинью. Пошевеливайтесь. Так точно, сэр. Мой уважаемый король, сэр. Ага. А где же свинюшка, сэр? Идите точно по грязным поросячьим следам, которые ведут за дверь, и разыщите свинью. Точно, сэр! Мы уже идем, сэр! Ну хорошо, король Оскар, мы пойдем на поиски королевской свиньи. Вперед! Телик, Зоя и Гровер начали свое путешествие из дворца. Они знали, что впереди их ожидают трудности и препятствия, но если они будут действовать как дружная команда, то непременно найдут королевскую свинью. О, нет! Я так волнуюсь! Это свинья. Она как будто испарилась. Сквозь землю словно провалилась. Мы обойдем весь шар земной. Но не вернем свинью домой. Не волнуйся, телек. Один за всех, все за одного. Друзьям не страшно ничего. Друг защитит и друг поймет. Мой верный друг, вперед, вперед. Продолжить путь уже пора. Ура, ура! Эй, люди, отважные грезитеры идут только вперед. Спасибо, что пели со мной. Мне стало гораздо легче. Королевская свинья, мы идем к тебе! Я, отважный грезитер Гровер, готов вернуть королевскую свинью. Друзья, продолжим путь! Здравствуйте, королевская лягушка. Вы не знаете, куда ушла королевская свинья?
готовите госпожа акула. Нам нужно найти королевскую свинью. Вот она, королевская свинья! Вот она, вот она! Ой, это же королевский крокодил! Эй, вы! Вам уже давно пора отправиться на поиски свиньи. Это городок Помойкино. Если уж мы пройдем здесь, то для нас вообще не будет преград. За мной, грязетеры! Приключения зовут! Кого зовут? Это такое выражение. Оно означает, что пора отправиться в путь. Один за всех, все за одного. Ура! 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 Мы повторили это 3 раза! Следы свиньи вели через небольшой городок Помойкино. Затем вверх по высокой городской стене и уходили прочь за пределы города. 3 отважных грязетера оказались в тупике. Но тут Телик высказал идею. Мы в тупике. Я вижу очень большой треугольник. Да, я вижу гигантский треугольник рядом с этой стеной. И по нему мы перейдем на другую сторону. Телик, я восхищен твоей идеей. Чтобы преодолеть эту стену, нам необходим трап. Помоги мне найти недостающие элементы. Великолепно! Осталось 2 фигуры. Пожалуйста, найди их. О, у тебя отлично получается подбирать фигуры. Осталось 2. Найди их! Я поняла. Из треугольников получаются отличные трапы. По трапу можно перебраться через разные препятствия. Я отличный грязетер, но я не так силен в геометрических фигурах, как Телик. Это он сможет тебе помочь. Попытка неплохая, но она не удалась. Выбери другую фигуру. Да, все, что нам сейчас нужно, это найти последнюю фигуру. Пожалуйста, не подкачай. У тебя получилось! Ты построил большой треугольный трап! Скоро начнется бал! Мы должны найти эту свинью как можно быстрее! А! И как только королевская свинья сюда забралась? Да уж, эта свинка не промах! Теперь вы понимаете, почему я так люблю треугольники! Узкая дорожка маленьких грязных поросячьих следов извивалась вдоль главной мусорной трассы страны Грязляндии. Трасса была очень длинная, она тянулась от городка Помойкино до горы Отброс. Да уж. А вдруг мы так и не сможем найти королевскую свинью? И нужно спеть нашу любимую песню, и тогда Зоя повеселеет. Пожалуйста, пой, Зоя! Ай,
Почему бы тебе не спеть, Зоя? Раньше мне это помогало. Нужно спеть нашу любимую песню, и тогда Зоя повеселеет. Пожалуйста, пой, Зоя. О, не знаю я, куда ушла свинья. Следы петляют и петляют. Но где же ты, свинья? Искать тебя устала я. Один за всех, все за одного. Друзьям не страшно ничего. Друг защитит и друг поймет. Мой верный друг, вперед, вперед. Продолжить путь уже пора. Ура, ура! Эй, люди, отважные грязетеры идут только вперед! Эта песня подняла мне настроение. Теперь я могу продолжить поиски королевской свиньи. Один за всех, все за одного. Ура, ура, ура! О, это было чудесно. Опять получилось. Три! На дороге возникла ужасная пробка, и движение было остановлено. Все пытались попасть домой как можно скорее, и поэтому толкались, ворчали и суетились, но так ничего и не менялось. Зоя знала, как помочь. Нам нужно распределить всех этих животных. Одни живут в море, а другие в лесу. Щелкни по животному и отведи его в дом. Хоть я и умный, грязнуля, я не разбираюсь так хорошо в животных, как Зоя. Про треугольники я знаю все, но животные... О, эх, это ужасно трудно. Нам нужно отправить по домам всех животных. У тебя получится! Пока, птичка! Глупенький! Птицы не живут в море! Смотри! Птички высоко на деревьях! Рыба не живет в лесу! Хорошо! Теперь эта рыба может пойти в школу! Правильно! Рыбы живут в море! Рыбы живут в море, верно? Ух ты! У этой птички дом на дереве! Отличненько! Ты отправил всех моих друзей по домам. Я знала, что у тебя это получится! Вперед! Я думаю, мы почти у цели. Надеюсь, мы найдем королевскую свинью очень скоро. Гровер, Келик и Зоя забрели по поросячьим следам в глубокую чащу леса. Они еще ни разу в жизни не уходили так далеко от дворца и были слегка напуганы. Мы ушли так далеко от дворца и до сих пор не нашли королевскую свинью. Ой, вот досада. Эй, Гровер, почему бы тебе не спеть? Мне это всегда повышает настроение. Не спеть ли нам песню, Гровер? Эй, Гровер, почему бы тебе...
замка, отправляясь в путь, я думал, что свинью вернуть грязетёрам трём совсем не сложно. Но оказалось, это просто невозможно. Один за всех, все за одного, друзьям не страшно ничего. Друг защитит и друг поймет, мой верный друг, вперед, вперед, продолжить путь уже пора. Ура, ура! Эй, люди, отважные грязетеры, идут только вперед! Мои отважные друзья-грязетеры, спасибо, что пели со мной. Теперь отправимся на поиски свиньи. Один за всех, все за одного! Ура! 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 О, это было чудесно! Опять получилось! Три! По следам королевской свиньи три отважных грязетера добрались до глубокого ущелья. Гровер сказал, что необходим мост, чтобы его перейти. К счастью, рядом оказалась машина, которая строила мосты. Вот это да! Какая сложная машина! Да, но смотрите, я нашел правила пользования машиной. Я вам их зачитаю. Эта машина построит нам мост. Чтобы загрузить кирпичи в машину, необходимо нажать на оранжевую кнопку. Так, оранжевая кнопка. Сначала... Пожалуйста, загрузи 6 кирпичей в машину. Я очень рада, что Гровер умеет читать. В этой машине можно запутаться. О, нет! Нам нужно на ту сторону. Нам необходимо найти свинью. Если считаешь, что у тебя в машине нужное количество кирпичей, щелкни по зеленой кнопке. А теперь здесь сказано, что ты должен загрузить 5 кирпичей в машину. Один? Нет, здесь не столько кирпичей. Попробуем еще разок. Здесь сказано, что ты должен... Шесть? Слишком много кирпичей. Сейчас нам нужно 5 кирпичей. Пожалуйста, убери один кирпич. Чтобы убрать лишние кирпичи, щелкни по ним. Хорошо. Сейчас. Пожалуйста, загрузи 4 кирпича в машину.
мы построили великолепный мост! Ура! Вот это да! Какой красивый мостик! Грязетеры, вперед! На поиски королевской свиньи! Эй, откликнитесь! Ура! Теперь мы сможем попасть на гору Отброс! Королевская свинья всегда там репетирует. На открытом воздухе всегда хорошая акустика. Надеюсь, эта свинья забралась не слишком высоко. Ура! Зоя, Гровер и Телик наконец-то нашли пропавшую королевскую свинью. Она стояла на вершине горы Отброс и репетировала перед великим балом Грязнуль. На вершине Отброса Хрюша песенки пела, но от радости встречи вниз горы полетела. Наконец-то мы его нашли. Королевская Хрюша. Привет, мистер Хрюм! Я упал и не могу встать. Подожди, королевская свинья! Мы тебя так долго искали! Не убегай! Не шути со мной, королевская свинья! Немедленно возвращайся! Королевская свинка, не будь такой застенчивой! Эй, Хрюша! Три отважных грязетера! Помогите мне, пожалуйста! У тебя ждем остатки! Мы уже спускаемся! Ой, ну и грязь! О, нет! Королевская свинья упала в лужу грязи и не может выбраться! Трем отважным грязетерам необходимо вытащить ее из лужи, иначе они могут пропустить великий бал Грязнуль. Может быть, теперь следует воспользоваться королевским хламом, который дал нам Оскар. Мы всегда вместе. Тогда мы сможем вытащить тебя из грязи, мистер Хрюн. Набрось эту удочку на голову королевской свиньи, Зоя. Уточка пока не готова. Гровер, попробуй ты. Мистер Хрюн, утка, вам на помощь. Ля-ля. На вас надета утка, мистер Хрюн. Сейчас пусть поможет кто-нибудь другой. Сначала надуй утку, Гровер, а потом пойду я. Сейчас я надую эту милую маленькую уточку. Быстрее! Пришло время для телика. Сейчас пусть поможет кто-нибудь другой. Я все сделал. Теперь очередь Зои или телика. Теперь ты в моем распоряжении. Действовать вместе? Да! Думаю, пора перейти на следующую страницу. Вперед, вперед! Нам пора идти! Отважные грязетеры, нам пора в путь! Так мы пропустим великий бал. Как нам теперь вернуться во дворец до начала великого бала? Думаю, я знаю ответ. Грязевая горка! Грязевая горка? А в это время во дворце грустил король Оскар. Пришло время начинать великий бал Грязнуль, но не было ни одного гостя. И что самое печальное, совсем не было грязи. Королевская свинья пропала, мои отважные грязетеры ушли, а теперь заведующий грязью говорит мне, что грязь закончилась.
Теперь точно не получится устроить такой же мерзкий бал, как был в прошлом году. Это мне нравится! Должен признаться, что не надеялся увидеть вас так скоро. Но королевская свинья здесь! Ух ты! Мы действовали заодно и нашли королевскую свинью! Ура! Да, король Оскар, королевская свинья на месте. Не так уж сложно было найти королевскую свинью. Удача! Мы выполнили свою миссию! Я так этим горжусь! Похоже, из тебя выйдет отличный грязитер. Начнем же наш бал, грязнуль. Три отважных грязитера очень гордились собой. Гости с нетерпением ждали представления. Грязь была теплая, и королевская свинья была готова начать свое выступление. Такого великолепного бала еще никто никогда не видел. Давайте уже начнем, великий бал, грязнуль. Кто-нибудь передайте королевской свинье инструмент. Нашли свинью! От счастья просто я пою! Чудесный ритм, объемный звук! Друзья, не вижу ваших рук! Поверь, что здесь. Надеюсь, тебе понравилась моя история. Хорошо бы, если бы в ней было побольше печенья, но это мое личное мнение. Если ты хочешь еще раз просто почитать историю, щелкни здесь. А если хочешь почитать и поиграть, тогда щелкни вот здесь. О, ты уже уходишь? Монстр-коржик прощается с тобой и благодарит за то, что ты играл в мою игру. Пока-пока! Пока! До новых встреч! Мне было очень весело! И мне!
И мне. Это была самая лучшая история в моей жизни. Да, да. Действительно, самая лучшая. Да-да, действительно, самая лучшая. А знаешь, что мне понравилось больше всего? Что? Играть с вами. О, Зоя, ты такая милашка. Ты мне нравишься. Давай обнимемся. Нет, ты меня смущаешь. Да не стоит смущаться. Кровер, а что тебе понравилось? Играть в компьютер? Ну, но, Кровер, не шути! А что тут смешного? Что вы надо мной смеетесь? Да потому что ты смешной, Кровер, вот почему мы смеемся. Да, Кровер, ты такой смешной! Что смешного? Да перестаньте вы! Скажи, что в игре понравилось? Может, тебе свинья понравилась? Она классная! Мне очень понравилось! И не надо надо мной смеяться! Ура! Так здорово играть в компьютер! Ой, Зоя, поспейте, пожалуйста, мне так нравится твой смех. Ой, замечательно. Какой великолепный смех, а, Кровер, что ты скажешь на это? Да ладно тебе, Кельвин. Ну, Зоя, что ты смущаешься? Ну, ну давай, поближе к нам подойди. Давайте поиграем. Ой, мне очень понравилось играть, замечательная игра. Хе-хе-хе!